Гороскоп на 14 мая 2023 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. Воскресенье, Овны, не нервничайте. Добиться успехов можно лишь в одном случае. Если вы сохраните хладнокровие и душевное равновесие, будете обдумывать каждый шаг и никому не позволите влиять на вас. Окружающим, особенно женщинам, часто требуется ваша помощь. Вы стараетесь никому не отказывать, но и о собственных интересах не забываете. Возможно, небольшие приятные сюрпризы, удачные совпадения, которые поднимут настроение. Будет шанс повидаться со старыми знакомыми, которые хорошо знают, чем вас можно порадовать. Личный гороскоп. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные, выгода обеспечена любой из них. Скорее всего, вам посчастливится решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на что, вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Сегодня победа над недоброжелателями и кознями судьбы будет на стороне Овна. Возможны дорогие и желанные подарки со стороны близких людей. Но Овен не останется в долгу и решит отблагодарить всех, кто ему дорог. Гороскоп обещает выход из трудной ситуации, что приведет вас к оптимизму и придаст уверенности в будущем. Гороскоп «Дом» на сегодня. День особенно благоприятен для любовных и семейных отношений. Пошатнувшаяся вера в любимого человека укрепится в тесном общении с ним. Не старайтесь быть активным и настойчивым, лучше не торопить события, а выждать определенное время, чтобы разобраться в себе самом. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Овнам предстоит с головой погрузиться в закулисные игры, развернутые кем-то из коллег. В попытках победить в этих интригах не забывайте, что вы находитесь на службе, а не на светском мероприятии, где можно позволить себе хитрить и юлить. Воскресенье у Тельца – легкий, удачный и интересный день. У вас многое получается хорошо, и часто вы почти без всяких усилий добиваетесь того, о чем прежде могли только мечтать. Возможно, приятные знакомства или встречи с людьми, с которыми вас прежде связывали серьезные и глубокие отношения. Это подходящий день для того, чтобы исправить какие-то старые ошибки. Возможно, денежные поступления. Они окажутся очень кстати, вы сможете купить вещи, которые вскоре пригодятся. На вечер стоит запланировать романтическое свидание, оно пройдет хорошо. Личный гороскоп. Существует вероятность появления дополнительных расходов. Возможно, всплывут старые долги или обязательства, о которых вы забыли. Не исключены разногласия или ссоры из-за денег. Не обращайте внимания на мелкие неприятности, пройдет время и все уладится. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Тельцу нежелательно жить на широкую ногу. Денег не до такой степени много, чтобы ими сорить на все стороны. В любовной сфере возможны соблазны и обманы, поэтому будьте осторожны. Тельцу не следует идти на поводу у своих плотских желаний. Особенно, если он уже имеет любимого и достойного партнера. Гороскоп «Дом» на сегодня. Среди деловых партнеров может появиться и новый поклонник. Чтобы удержаться в рамках приличия, уделяйте больше времени детям. Общаясь с ними, вы откроете ценные истины. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов. Тельцы сегодня могут потерпеть неудачу в делах, связанных с точными расчетами или с обработкой важной информации. Дабы избежать многих проблем, максимально внимательно анализируйте даже то, что кажется незначительной мелочью. Воскресенье у близнецов, день будет довольно напряженным. Отчасти причина этого в том, что вы слишком подозрительны, не доверяете даже самым близким, ждете, что вас обманут или подведут. Окружающие замечают это и обижаются. Быть настороже неплохо, но все же стоит помнить, что вас окружают не только враги. За любые новые дела и проекты стоит браться с осторожностью. Поспешные действия, необдуманные шаги могут обернуться неприятностями. Личный гороскоп. Критический день. Сегодня вам покажется, что все вернулось на круги своя, но это чувство обманчиво. Звезды рекомендуют сохранять осмотрительность при заключении финансовых сделок. Ситуация может измениться к худшему в любой момент. Новые контакты создадут в будущем множество проблем. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы.
Гороскоп рекомендует близнецам приложить все силы и возможности, чтобы достичь успеха в работе. Не обращайте внимания на препоны, которые устраивают завистливые коллеги. Начальство ценит вас и понимает, на что вы способны. Заметный прогресс ожидается у близнецов в финансовых делах. Вечером вы встретитесь с друзьями и отдохнете в кафе. Гороскоп «Дом» на сегодня. Ваша раздвоенность в любви способна причинить страдания избраннику, и тот может разочароваться в вас. Если вы очень хотите найти родственную душу, то нельзя легкомысленно подходить к этому вопросу. В первую очередь, будьте честны по отношению к себе самому. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Репутация близнецов в этот день окажется под большим ударом. На вас ополчится кто-то из прежних друзей. Человек, который таит злобу за ваш давний поступок, в своих попытках причинить вам вред, не будет гнушаться самых низменных мер. Воскресенье у Рака – начало дня неоднозначно. С одной стороны, можно добиться успехов, и значительных. С другой, для этого нужно реально смотреть на вещи, а вы склонны витать в облаках. Руководствуйтесь здравым смыслом, а не фантазиями, и вы справитесь со многими сложными делами, заключите выгодные сделки, найдете влиятельных союзников. Вторая половина дня проходит спокойнее и в целом удачнее. В это время хорошо встречаться со старыми знакомыми, говорить по душам с друзьями. Настроение заметно улучшится, к тому же, возможно, вам предложат или посоветуют что-то интересное. Личный гороскоп. Сегодня не стоит рассчитывать на успех в делах. Не будет, скорее всего, и стабильности в семье. Кстати, исправить положение можно при условии, что вы будете сдерживать свои бурные эмоции. Не забывайте, что в критических ситуациях алкоголь – плохой помощник. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Раку в этот день необходимо протянуть руку помощи тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Только не возгордитесь своими заслугами и благородным поведением. Сегодня вы познакомитесь с человеком, с которым в дальнейшем свяжете свою судьбу. Конечно же, если Рак не будет стремиться к идеалу, а примет избранника таким, какой он есть. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня вы можете открыть в избраннике качества, которых раньше не замечали. Это усилит ваши чувства. Проводите больше времени в семье. Вы получите огромное удовлетворение от домашних дел. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Раки сегодня собственными руками подготовят себе ловушку. Когда вы предложите некоторое время пожить отдельно, вас очень удивит ее встречная инициатива, окончательный и бесповоротный разрыв. Воскресенье львам в первой половине дня важно не торопиться ни с решениями, ни с поступками. Вам хочется многого добиться, вы склонны действовать быстро, без долгих размышлений. Иногда это позволяет достичь успеха, но чаще приводит к проблемам и неприятным ситуациям. Особенно опасна спешка там, где дело касается денег. Позже наступит спокойное и приятное время. Будет возможность заняться тем, что вам нравится, пообщаться с людьми, которых вам в последнее время очень не хватало. Вечером не исключены романтические сюрпризы. Личный гороскоп. Скорее всего, вам посчастливится решить некоторые проблемы в личной жизни. Твердость характера и некоторая безапелляционность решений приведут в порядок чувства и помогут избавиться от тягостных контактов. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Отличный день для Льва, который решил расплатиться с долгами и найти надежных спонсоров в бизнесе. В любви вам лучше не строить планов, ведь чувства идут от сердца, а не от головы. Гороскоп советует налаживать контакты с людьми, которые имеют вес в обществе. Финансовое положение не так уж и плохо, как может показаться Льву. Поэтому шопинг пойдет на пользу. Гороскоп «Дом» на сегодня. День благоприятен для раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Вы получите неожиданное известие, которое осложнит взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. В жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Не беритесь за то, что не сумеете сделать, так как это вскоре ляжет тяжким бременем на ваши плечи. Любовный гороскоп на сегодня для львов. Львам необходимо аналитично отнестись к происходящему в своей жизни. Если вы уже сегодня четко определите причины своих неудач, вы выиграете время для планомерной работы над ошибкой и еще успеете взять реванш. Воскресенье у Девы – серьезные проблемы маловероятны, а вот мелких неприятностей может быть много. Хорошая новость заключается в том,
что все трудности носят временный характер, и справитесь вы с ними даже быстрее, чем ожидали. Возможно, разногласия с коллегами и руководством особенно трудно будет поладить с женщинами. Но вас выручит чувство юмора и умение находить подход к самым разным людям. Вторая половина дня обещает интересное знакомство, которое к тому же получит романтическое продолжение, если вы этого захотите. Вечером лучше избегать серьезных физических нагрузок, они могут плохо сказаться на здоровье. Личный гороскоп. День благоприятный для активного отдыха, похода в лес или прогулки по парку. О работе не может быть и речи. Проведите этот день в кругу семьи. Вторая половина дня может омрачиться мелкими ссорами по причине вашей раздражительности и резкого тона в общении с близкими. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Деве предстоит решить настоящую головоломку в личной жизни. Вы никак не поймете намерения вашего избранника, поэтому тормозите с официальным предложением. В течение дня Деве поступит информация, которую следует использовать в основной работе. Личный бизнес не на высоте, но партнеры помогут найти выход из положения. Гороскоп «Дом» на сегодня. День символизирует крайности. Девы будут способны на величайшее самопожертвование ради своих ближних и в то же время станут потворствовать прихотям первого встречного. Не стоит слепо следовать навязанным вам установкам. Все теории и идеи пропускайте через себя и осознайте их до конца. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Нестабильность и суета сегодня станут главными противниками Дев. Вы не сможете найти ясность ни в одном из текущих вопросов, а ваши попытки хоть как-то исправить ситуацию принесут совершенно непредсказуемый результат. Воскресенье у весов день проходит довольно беспокойно, но серьезных проблем не приносит. Возможны мелкие недоразумения на работе, задержки в делах. Коллеги и партнеры, часто недовольны вами, требуют слишком многого, критикуют вас резко и порой обидно. Все это не стоит принимать близко к сердцу. На самом деле окружающие относятся к вам лучше, чем можно подумать. Стоит быть осторожнее с деньгами. Покупки, сделанные в спешке, едва ли будут удачными. Нежелательно брать кредиты, да и давать кому-то в долг не стоит. Личный гороскоп. В этот день велика вероятность семейной ссоры, не исключена вспышка ревности. Умерьте свою гордыню, постарайтесь простить нанесенные вам обиды. Не обращайте внимания на мелкие неприятности. Пройдет время, и все уладится. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Гороскоп не советует Весам рассчитывать на признание его способностей. Начальство сейчас не до вас, поэтому спокойно занимайтесь своими делами. Днем вы получите крупную сумму денег на карточку, которая почти вся уйдет на домашние нужды и покупки для детей. Самочувствие у Девы к вечеру ухудшится, поэтому без консультации врача не обойтись. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что сегодня важное место в вашей жизни займут семейные заботы. Некоторым понадобится даже отпроситься со службы для завершения какой-то срочной домашней работы. Близким, особенно родителям, потребуется больше вашего внимания. Не откладывайте визит к дальним родственникам, которым нужен ваш совет. Любовный гороскоп на сегодня для весов. Весы сегодня попытаются любым путем увильнуть от нелюбимой работы. Вы, конечно, попытаетесь придумать сотни отмазок, но все они будут тщетны. Воскресенье Скорпиону хочется добиться многого, а трудностей вы не боитесь, поэтому с энтузиазмом беретесь за сложные дела и масштабные проекты. Возможны необычные деловые предложения. Не торопитесь от них отказываться. Не исключено, что именно они помогут понять, что вам по-настоящему интересно. Забот может быть больше, чем обычно, но вряд ли вы станете на это жаловаться. Вам нравится быстро решать важные задачи. Часто вы помогаете другим, даже если они об этом не просят. Старайтесь при этом проявлять деликатность. Личный гороскоп. День благоприятный для получения информации, знаний. Запланированная на сегодня поездка будет успешной. Вы сможете реализовать прирожденные способности к целительству. Возможно, к вам обратятся за помощью и советом в трудных личных проблемах. В этот день особенно необходимы гармоничные отношения в семье, отказ от алкогольных напитков. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Скорпиону очень хочется, чтобы сложившиеся в личной жизни обстоятельства резко изменились. Но вы не одни рулите этим,
поэтому старайтесь договориться обо всем с любимым человеком. Переезд на другую квартиру может затянуться. Скорпион примет участие в спортивных соревнованиях и окажется в победителях. Гороскоп Дом на сегодня. Вы неожиданно можете получить деньги за работу, которую выполнили ранее и которую вам длительное время не оплачивали. Помните, что фортуна переменчива, и не забывайте о неприкосновенных запасах. На завтрашний день может возникнуть необходимость очень крупных денежных расходов, которые нельзя будет отложить на потом. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. В отсутствие каких-либо ярких событий на службе скорпионы переключат все свое внимание на личный фронт. Вы предпримите шаги к сближению с давно симпатичным вам человеком или будете планомерно искать подходящего спутника жизни в виртуальном пространстве. Воскресенье, стрельцы, прежде чем взяться за что-то важное, правильно оцените свои силы. Помогут в этом люди, которые вас хорошо знают. Не обижайтесь, если они укажут на ваши слабости или раскритикуют идеи, которые вы предлагаете. Именно это позволит избежать ошибок. Не давайте обещаний, если есть хотя бы малейшее сомнение в том, что их удастся выполнить. Трудно сохранять душевное равновесие, настроение часто меняется. Окружающим трудно иметь с вами дело, вы кажетесь непредсказуемым, ненадежным человеком. Избежать семейных конфликтов поможет чувство юмора. Личный гороскоп. Критический день. Неблагоприятное расположение звезд предупреждает о неудачах в общении, неприятных известиях или проблемах в сфере профессиональной деятельности. Успех будет сопутствовать только стрельцам-реалистам, твердо стоящим на ногах и умеющим объективно оценивать ситуацию. Постарайтесь не браться за решение задач, превышающие ваши силы и возможности. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». Если в этот день «Стрелец» будет чрезмерно самонадеян, то вряд ли окажется в числе лучшим на производстве. Уважайте мнение коллег, а не перечьте им во всем. Гороскоп обещает стрельцу любовный роман с человеком, которого он знает уже много лет. Вы сами в недоумении, как это могло случиться, и почему вы раньше не замечали этого замечательного человека. Гороскоп «Дом» на сегодня. Благоприятна перемена планов, обстановки, окружения. Поездка за город, перестановка мебели в доме или офисе снимут с вас напряжение и стресс. Вам совершенно противопоказана монотонная работа. А в одиночестве вы можете просто сойти с ума. Поэтому постарайтесь не навязывать другим свои убеждения и не ссориться. Любовный гороскоп на сегодня для стрельцов. Стрельцы сегодня станут мишенью для дружеских розыгрышей. Постарайтесь держаться от раздражения, если ваши приятели в какой-то момент перейдут все рамки разумного, и вместо смеха вызовут у вас лишь гнев и обиду. Воскресенье для Козерога – день беспокойный, временами напряженный, не лишенный трудных моментов. Но вы преодолеете все преграды, достойно справитесь с испытаниями и вечером поймете, что можете гордиться собой. Порой будет нелегко сдерживать раздражение, но вы все же не дадите воли эмоциям, постарайтесь разрядить ситуацию доброй шуткой, и это позволит избежать конфликта. Стоит быть особенно осторожными тем, кто занимается физическим трудом или спортом. Перегрузки могут плохо сказываться на здоровье. Во второй половине дня не исключены мелкие, но неприятные травмы. Личный гороскоп. Серьезный день, связанный с нравственным и духовным преображением. Ложный совет или неверно истолкованная информация могут обусловить ошибки в расчетах, ссоры с близкими людьми, ухудшение самочувствия или травмы. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные силы. Этот день лучше посвятить творческим исканиям или проблемам духовного развития. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Козерогу нужно мечтать скромнее, иначе он оторвется от реальности и погрузится в свои фантазии. Сейчас нужно работать, не покладая рук. Исключите физические нагрузки, а займитесь интеллектуальным трудом. В личной жизни Козерогу окажет поддержку дальний родственник. Гороскоп «Дом» на сегодня. Ваши дружелюбные и доброжелательные отношения в семье давно стали предметом зависти у окружения. Однако мнения супругов по важным вопросам могут не совпадать. Это способно ранить вашу впечатлительную душу и надолго выбить из колеи. Научитесь уступать. Ваша кармическая задача на этот год в том и состоит, чтобы стремиться к гармонии в супружеских отношениях,
считаться с чувствами близких и меньше заботиться о своих личных интересах. Любовный гороскоп на сегодня для Козерогов. На почтовый ящик Козерогов сегодня поступит очень забавный спам. Из этого случайного сообщения вы поймете, что вокруг вас очень много причин посмеяться, на некоторое время забыв про все свои многочисленные проблемы. Воскресенье – подходящий день для деловых переговоров. Они могут проходить в непринужденной обстановке или в самой официальной, но вы в любом случае останетесь довольны результатом. Будет шанс договориться о взаимовыгодном сотрудничестве с людьми, от которых многое зависит. Такие союзники помогут вам обезоружить недоброжелателей, оставить конкурентов далеко позади. Возможны денежные поступления, в том числе крупные. Они окажутся очень кстати, позволят купить вещи, которые вам давно хотелось иметь, или отправиться в какую-то интересную поездку. Любимый человек порадует приятным сюрпризом. Личный гороскоп. День, отражающий вашу внутреннюю сущность. Он может сложиться двояко. Возможны неудачи из-за потакания собственным слабостям, рассеянности, эгоизма. Позаботьтесь о том, чтобы ваше окружение состояло из надежных людей. Удвойте свою заботу о близких. Будьте осторожнее и сдержаннее в словах. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Гороскоп советует Водолею быть увереннее в себе, чтобы не оказаться позади всего коллектива. Новые проекты укрепят почву под ногами, а шеф выскажет в ваш адрес слова поощрения. Если решите сделать покупки, то обратитесь к магазину в интернете. Так Водолей сэкономит деньги и сможет приобрести то, что ему нравится и подходит. Гороскоп «Дом» на сегодня. Заболевания в большинстве своем окажутся для вас неожиданными и в силу этого буквально сбивающими с ног. Стоит заняться укреплением здоровья. Наладьте хороший сон и больше находитесь на свежем воздухе. Постепенно все войдет в норму. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Главной неприятностью для водолеев в этот день станет какая-то неудачная покупка. Вещь, ради которой вы пожертвуете практически весь свой капитал, на поверку окажется совсем бесполезной, и вы поспешите вернуть ее в магазин. Воскресенье рыбы, вы легкомысленны, и это часто мешает достичь успеха. Необдуманные поступки имеют неприятные последствия, к тому же вы верите в то, во что хотите верить, и закрываете глаза на реальное положение дел. Когда иллюзий становится слишком много, от них приходится избавляться, а это очень неприятно. К счастью, друзья во многом помогут вам и поддержат в трудные моменты. Именно благодаря им вы преодолеете испытания. Найдете правильное решение и измените к лучшему что-то в своей жизни. Порадуют приятные известия издалека. Личный гороскоп. Личная жизнь у многих рыб может отойти на второй план. У влюбленных появится охлаждение чувств. Причина этого – частые ссоры, занятость на работе, появление соперника. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся избежать перечисленных неприятностей, то в ближайшее время все будет способствовать вашему успеху. В семье воцарится атмосфера взаимопонимания и любви. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Рыбы будут заняты интересными проектами, которые окажутся не только перспективными, но и прибыльными. Вы постараетесь не отвлекаться даже на семейные дела. От поездки в другой город или страну рыбам нельзя отказываться. Все сложится замечательно, поэтому собирайтесь в путь. Если есть возможность, то возьмите с собой друга. Гороскоп «Дом» на сегодня. Звезды благоприятствуют обретению рыбами все более широкого признания, популярности. Многие из них будут ценными помощниками в любом интересующем его деле благодаря своей способности видеть вещи в широкой перспективе. В достижении популярности не превратитесь в обыкновенного карьериста, готового отстаивать любую глупость или внушать людям необоснованные надежды. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбам сегодня очень важно сдерживаться от необдуманных шагов и отказаться от каких-либо проявлений инициативы. Все, что вы захотите предпринять без поддержки родных, окончится полным провалом и принесет вам страшное недовольство. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!